Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор, и сегодня я хочу вам показать еще один замечательный механизм. И как вы видите, табличка крутится. И в этом и заключается весь механизм. И давайте перейдем к постройке такого механизма. А этот механизм построения очень легок. Во всех командных блоках прописана одна и та же команда, только меняется одно значение. И давайте рассмотрим эту команду. Вот эта команда setBlock. Она ставит блок на вот такие вот координаты. И вот здесь вот от 0 до 15 это значение меняется. И вот здесь вот текст 1 это первая строка таблички. Текст 2 это вторая строка таблички и так далее. И, как я и сказал, во всех этих командных блоках прописана одна и та же команда, только вот здесь вот меняется значение от 0 до 15. И вот здесь вот, вот такой вот клок-генератор, вот так вот он работает, идет по этим повторителям, потом вот так вот, и через этот редстоун поверху, и вот так вот доходит, и вот так вот он работает. И получается вот такой эффект крутящейся таблички. И эта команда будет в описании. И на этом все. Я думаю, вам понравился этот механизм. Если он вам понравился, то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи, и всем пока.